Че? Будем считать, обязанности Дневального вы выучили. В званиях, надеюсь, все разбираются. Я не разбираюсь. Тяжелый случай с нашей коровой. Ты чего, Вакутагин? Из тайги за солью вышел и в армию забрали? Никак нет, товарищ младший сержант. Нас тундра. Да один хрен. А ты знаешь, Вакутагин, что будет, если ты с тумбочки неправильную команду подашь? Никак нет, товарищ младший сержант. Не младший, а младший. Так вот, Вакутагин, слушай, а лучше зарисовывай. Одна полоска, две звезды. Это кто у нас? Лейтенант. Правильно. А три звездочки? Рисуй, рисуй, Вакутагин. Это тебе не оленям рога пилить. А зачем пилить? Я откуда знаю. Давай. Две полоски, две звезды, подполковник. Рисуй, Вакутагин, рисуй. Понял? А теперь иди зубри. Полчаса даю. Время пошло. А три звезды? Три звезды, Вакутагин, к нам не заходят. Солдат! Смирно! Где командир роты? Я спрашиваю, где командир роты? А, нет, к нам такие не заходят. Чего? Вот. Вспышка! Чё? Вспышка! Команда касается всех! Так. Ну и где же у нас тут командир роты? Капитан Зубов, товарищ полковник. Капитан, у тебя дырокол есть? Так точно. Тащи. Рабочий? Так точно. Это хорошо. И научи солдат в званиях разбираться. Есть. Ну, Вакутагин, вешайся.